Черный свет снова бьет бутылки, и сантехник стояк пробил. А на лестничной клетке в курилке наш народ осуждал ИГИЛ. Ведь ИГИЛ и Америка в целом помешали спокойно жить. И соседка в платьице белом продолжала курить и пить. А в подвале спят представители нелегальных рабочих сил. Очевидно, что их покровители — это Штаты, а также ИГИЛ. Очевидно и несовпадение, что сегодня в огромной стране без особого настроения проживает народ в говне. Очевидно, что все это выгодно представителям западных стран. Экономика, что настигла дна, только радует Пиндостан. Ведь исламское государство и Америка все одно. Ну а мы за царя и царство, а Вердона закрыто окно. Украина нам больше не братья, нам благоволят небеса. На стене пишет тетка проклятия и призыв затянуть пояса. Изрисованы стены подъезда и воняло чьей-то едой. Словно члены какого-то съезда расходились соседи домой. Наши бомбы летают классно, телевизор опять голосил. И жильцам все давно было ясно, словом, ну погоди, ИГИЛ.